Привет всем на канале Нотик! Сегодня мы с вами посмотрим на игровой ноутбук Mushnaik S16. Это относительно недорогой ноутбук, наша модель стоит примерно 110 тысяч рублей. Здесь хороший экран, здесь мощная начинка, все это на процессоре Intel Core 12 поколения. Ну и посмотрим на него внешне. Одной рукой крышка легко открывается на вот такой угол. Теперь к конструкции петель. Здесь одна большая такая как бы петля, которая стыкуется к корпусу с боков. Я бы был с этим всем поосторожнее, потому что маленький стык к корпусу. Корпус, кстати, весь сделан из пластика, а вот крышка металлическая, и она немного прогибается в центре, если сильно надавливать. Кстати, крышка также собирает отпечатки пальцев очень неплохо. Здесь написано Mushnaik, эта надпись не светится, также не светится логотип, это все просто декоративные надписи. В толщину ноутбук 2,4 см, а весит 2 кг 150 граммов. В целом машинка не очень толстая и не очень тяжелая, такой компактный игровой ноутбук, который удобно брать с собой. Теперь посмотрим на порты и коммуникации, что здесь есть. Они есть как с боков, так и с задней стороны. Отмечу наличие картридера microSD и отмечу наличие порта Type-C. Через него нельзя заряжать ноутбук, и он предназначен только для передачи данных. Работает наш аппарат на процессоре Intel Core i7-12700H. У него 14 ядер, 6 мощных, 8 энергоэффективных ядер. Также у нас 16 гигабайт оперативной памяти DDR4, кстати, в одноканальном режиме, замечу, об этом попозже поговорим. И видеокарточка NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков с TGP до 105 Вт. Управляется система через Control Center. Здесь мы можем найти режимы электропитания, тихий, производительный, развлечения и энергосбережение. Ну, понятно, что каждый из них делает. Все синтетические тесты мы будем, естественно, делать в режиме производительность, а в играх мы посмотрим, наверное, на другие режимы тоже. Следующий раздел — это программирование клавиатуры, где можно менять значение какой-то клавиши, можно писать макросы, ну, в общем, вы поняли. Потом у нас идет подсветка. Подсветка здесь только по одной зоне, но можно менять цвет. Никаких эффектов, переходов и других свистелок здесь нет, просто можно выбрать нужный цвет и все. Также есть таймер сна клавиатуры, можно его включать или выключать, ну, чтобы она сама через какое-то время гасла. Ну и 4 режима яркости этой самой подсветки здесь можно задать. Последний раздел отвечает за управление вентиляторами. Автоматический режим, принудительные максимальные обороты и ручной, где можно выстраивать шкалу, при какой температуре какие обороты вентилятора устанавливать. В автоматическом режиме, на самом деле, все будем тестить, разницы там большой не будет, он и так неплохо настроен. За акустическую систему отвечает Sound Blaster Cinema 6+, здесь есть пресеты эквалайзера, можно настраивать разные высокие, низкие частоты и тому подобный звук, кстати, неплохой, в общем-то, и к нему придраться я не могу. Еще в ноутбуке реализован MUX Switcher, то есть можно задать поведение дискретной видеокарты, чтобы работал NVIDIA Optimus, как сейчас, то есть переключаемая графика, или чтобы всегда работала дискретная видеокарта. Мы будем делать все в гибридном режиме, дискретный режим добавит вам в играх, ну, 1-2 FPS, где-то так. Теперь немного синтетических тестов. Для такой конфигурации, то есть Intel Core i7 12 поколения и RTX 3060, результат вполне хороший. Но если бы память была в двухканальном режиме, то было бы еще лучше. Так что если вы будете покупать этот ноутбук, рекомендую добавить еще планку оперативки. Бенчмарк Corona 1.3 прошел за 1 минуту 38 секунд с частотой 3,2 ГГц. 1.38 это очень хороший результат. Теперь поиграем в видеоигры. Начнем с Far Cry 6, родное разрешение 1600p и ультра настройки графики. Справа режим производительности, слева развлечение. В режиме производительности у нас явно больше ватт забирает видеокарта, больше забирает ватт процессор, у него выше частота, ну и выше температура. Под 90 градусов, между прочим, получается, ну изредка в основном падает. И самое интересное, что это никак не сказывается на FPS. То есть что там, у нас примерно 50 кадров. Поэтому в Far Cry подобные игры, режим производительности он и не нужен, потому что машина получается горячее, шумнее, и толку от этого никакого нет. Теперь Cyberpunk 2077, родное разрешение 1600p, трассировка лучей пресет минимальная и DLSS на 5% мы установим. Что у нас получается? Такая же, в принципе, картина, как в Far Cry. В режиме производительность у нас больше ватт забирает видеокарта, 100-105 я видел иногда, и больше ватт чуть-чуть забирает процессор, то есть система больше потребляет электричество. То же самое в производительном режиме, слегка повыше температура, уже не такая разница, как в Far Cry, но повыше, и немного повыше частоты. Но также можно увидеть, что это как будто бы никак не сказывается на FPS. На самом деле сказывается, я играл всегда в режиме производительность, там дело в том, что в режиме развлечения просадки иногда бывают, и это больше раздражает. То есть в режиме производительность частота кадров более стабильная, и когда я играл в Cyberpunk 2077, я всегда включал производительный режим. Хотя сейчас кажется, что будто бы разницы-то и не было большой, но она там на самом деле есть. Что можно еще сказать?
Температуры 80-85 градусов, но мы с вами видели, что он иногда даже под 90 подскакивает. Машина, когда вот так играешь, очень шумная. Но при всем при этом, Cyberpunk 2077 вот на таких настройках вы полностью пройдете. Если вам хочется больше FPS или если вы хотите трассировку лучей на средний поставить, то вам нужно переключать разрешение на Full HD, потому что, повторюсь, сейчас мы играем в 2560 на 1600, а это нагрузка на систему больше. В общем, ноутбук стоит относительно недорого, игры тянет. Да, это не самый холодный ноутбук из всего, что мы видели. В общем-то, температура здесь высоковата, но зато игры он вывозит. Большой плюс Machinic S16 – это его дисплей. 16 дюймов с соотношением сторон 16 на 10, разрешение 2560 на 1600, 165 Гц, и здесь 100% покрытие sRGB или 81% Adobe RGB, что хорошее покрытие. Отклонения Delta E также минимальные, а вот яркость они заявляют 500 нит, но мы намерили не очень равномерную яркость, но в общем целом можно сказать, что в среднем 400 нит, а это больше, чем средняя по рынку яркость. Итого, дисплей очень хороший, особенно для такой ценовой категории, просто отличный. Тест камеры и микрофон. Ну, здесь, понятно, пересвет, потому что лампы светят, но слегка шумы имеются в темных участках. Ну, камера такая обычная, для скайпа, для видеоконференции подойдет, а для стриминга, естественно, все покупают что-то отдельное. О качестве микрофонов судите сами. Рабочая область из пластика, здесь немножко тоже собираются отпечатки пальцев, кнопка включения вынесена отдельно, есть цифровой блок, есть разноцветная подсветка клавиатуры. Ну, ход у клавиш глубокий, я люблю такие клавиатуры, на них было удобно играть, разве что она чуть-чуть прогибается в центр, если очень сильно надавливать. Тачпэд здесь огромный, нажимается в любом месте и срабатывает хорошо. Дно сделано из черного шершавого пластика, вверху прорези для забора воздуха, снизу прорези для динамиков. Снимаем крышку, это несложно сделать, попадаем внутрь, перво-наперво здесь батарея в виде буквы Г. Батарея здесь 54 ватт-часа, и как всегда будем смотреть Blu-ray фильм «Лигу справедливости» Зак Снайдера на 70% яркости. Через 4 часа просмотра такого вот Blu-ray фильма у батареи останется 26%. То есть можно сказать, что 5 часов вы смотреть кино сможете. Для Intel 12 поколения это весьма годный результат. Динамики 2 по 2 Вт. В общем-то они небольшие, но настроены хорошо, звук сочный. Басов, конечно, не хватает, но громко нормально все играть в игры мне было. Дальше оперативная память. Два слота, один из них пустой, в другом планка на 16 гигабайт. Я настоятельно рекомендую вам докупить еще планку на 16, чтобы был двухканальный режим. Твердотельный накопитель на 512 гигабайт, и рядом с ним есть пустой слот для еще одной твердотелки. Ну а выше них находится модем Wi-Fi. 512 гигабайт твердотелки маловато в наше время, но у нее хорошая скорость, и можно поставить второй. А Wi-Fi модем здесь Intel EX201, это хороший Wi-Fi модем. Теперь система охлаждения. Видеокарта, процессор, от процессора две теплотрубки идут на два радиатора, и один вентилятор их охлаждает. А у видеокарты уже три теплотрубочки, также на два радиатора и на один вентилятор, то есть выхлопы в бока и назад. Теплотрубочки, кстати, могли бы побольше поставить. Теперь прогреваем все это в жестком стресс-тесте, для начала режим развлечения. Вот так вот выглядит у нас все в динамике, и частота процессора немножко скачет туда-сюда, но, в общем-то, для новых Intel'ов, я так понимаю, это нормально. Средняя, можно сказать, что это 2,5 ГГц. Ну, это не густо, но и у нас режим не максимальной мощности. Процессор потребляет 41,5 Вт, ну а что касается температуры, то температурка 87 градусов, а вот это уже многовато для режима развлечения, можно так сказать. Еще раз посмотрим на то, как это выглядит в динамике, ну, частота, повторюсь, немножко скачет. Теперь включим режим производительность, ну и на графике видно, в какой момент времени мы его включили. Также скачет частота, но уже стало повыше, ну я бы сказал где-то 2,7 ГГц, но туда-сюда она то проседает, то поднимается. Температуры выросли аж до 97 градусов, это, кстати, уже очень много. Ну а что касается питания, то потребляет процессор, ну, здесь написано 48,5, на самом деле, обратите внимание, что питание у него тоже подскакивает то до 50 с лишним, то где-то до 47-48 опускается. Но это как раз связано с тем, что температуры уже очень высокие, и он то подсбрасывает мощность на процессоре, то опять ее повышает, то есть не сильно стабильно система себя ведет.
Если мы откручим нагрузку на видеокарту и будем стрессовать только процессор, то частота еще немного вырастет, ну я бы сказал 3,1 ГГц, но она тоже нестабильна, она до 2,7 вон опускается, ну окей, давайте 3 ГГц. Питание вырастет до примерно 70 Вт, а вот температуры останутся такими же высокими, у нас опять 97 градусов. То есть максимальную мощность этот процессор здесь не выдает. Ну и помните, Corona 1.3 бенчмарк, там было 3,2 ГГц. В играх получше все, игры он все тянет, но жесткий стресс-тест машина не особо хорошо проходит, очень высокие температуры и скачет частоты. Это максимальный уровень шума, и в общем-то вентилятор раскручивается что в сбалансированном режиме, что в производительном, примерно до этого уровня. Ну, в производительном они просто быстрее доходят до этих оборотов. Если в ручном режиме управления вентиляторами поставить максимум обороты, то это будет все равно то же самое. То есть он шумнее уже не станет. Ну, это шумновато. Питается ноутбук от зарядного устройства на 180 Вт, штекер вставляется с задней стороны буквы G, и напомню, что от Type-C эта машинка заряжаться не умеет. Итак, Magnite S16. Главная фишка – это дисплей. Примерно 110 тысяч рублей игровой ноутбук, а дисплей здесь, ну, в общем-то, может потягаться с Lenovo Legion 5 Pro. Да, у Legion получше, но эта машина и стоит дешевле, а в остальном здесь все хорошо. Он яркий, с хорошим световым покрытием, 165 Гц, 16 на 10 и высокое разрешение. Клавиатурка удобная, тачпэд хороший, то есть органы управления нормальные, играть мне было удобно. Что касается дизайна, то это все субъективно на любителя. Отмечу только, что слегка собираются отпечатки пальцев на алюминиевой крышке. Сборка на четверку с плюсом, если его пытаться как-то перекрутить, согнуть, он нигде не хрустит и не гнется. В общем-то нормально в руках ощущается, он не ощущается дешевым. Плюс он не очень толстый и тяжелый, 2 кг 150 граммов и 2,5 см он в толщину. Но это же играет небольшую злую шутку. Ну начнем с автономности. Автономность 5 часов, ладно, это окей для Intel 12 поколения, плюс игровой ноутбук. А вот система охлаждения я бы добавил теплотрубок, потому что, ну, она почти на пределе уже. То есть это высокие температуры, особенно в стресс-тесте. И вот добавили бы что-то туда, было бы получше. Но учитывая, что это недорогой игровой ноутбук с хорошим экраном, это, в общем-то, можно простить. В принципе, если вы ищете недорогую машину, чтобы просто играть в игры, то такую же производительность можно получить от других вендоров и подешевле, там с 90 тысяч, например. Но если вам нужен хороший экран, то вот это вариант очень привлекательный. За 110 тысяч такой экран редко где можно встретить. Вот еще что отмечу, если вы будете его покупать. Они поставляются без Windows, Windows нужно ставить самостоятельно. И вы с удивлением обнаружите, что на официальном сайте драйверов под эту машинку нет. Так вот, смело ставьте пакет от модели S15, ну, под свою конфигурацию. Там все отлично станет и будет работать. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, до новых встреч и всем пока!